Самые успешные люди в России – это чиновники. Но недавно их начали ущемлять в правах, и они вышли на митинг из своих лимузинов. Итак, праведный чиновничий гнев. Жизнь чиновника России беззаботной не назвать. От народной тирании они начали страдать. Эй, люди, что за беспредел? Еще потолстел. Всем чиновникам России в жизни так не повезло. Ведь большие суммы денег тратить очень тяжело.